Ребят, всем привет, с вами Анирель, на очереди 14 глава. В заголовке, который нам уже говорится, что меч не настоящий. Такой тонкий намек. Короче, все сюжетные перипетии, я думаю, сможете прочитать сами. Посреди пещеры лежит Альхазард. И наши персонажи думают, что, наверное, это какая-то подстава. Но Мэтью такой, да не, я все равно пойду его возьму. Фиг ли. Так, вот она моя команда. Тут парочка ауешеров. Танк. И хилер, у которого есть скилл шилд. Если у вас Лиана, то у нее есть масс шилд. Запрещает запрет хила. Запрещает запрет. А, запрещают хил здесь скелетики. Вот эти вот собакины... Гвард сбивают. Поэтому на хилере нужна шапка. А вот эти вот гады, возможно, продиспелят мне запрет. Запрет запрета хила. Короче, я постараюсь их убить, чтобы они меня внезапно не обломали с моими планами. Да-да, Мэтью, ты дурак. А еще сундук находится вот здесь. Поэтому сейчас я сдвинусь немножечко вправо. Мне сейчас очень важно, чтобы и шапка, и баф все попало куда нужно. Да, на карте еще существуют вот эти вот мерзкие девочки, которые запрещают бафы. Но с ними мы справимся с помощью волшебного диспелла. Возможно, такие эксперименты будет сложно повторить, если у вас не супер прокачанный Ландиус. Я думаю, что Ледин на этой карте будет работать куда лучше. Просто я взяла Ландиуса ради фракционного бафа. Ну, короче, видите, насколько на тоненьком он проживает. Это все безобразие, даже под Тиарис. Так, первое действие — продиспелить Рэйчел. Вторым действием Рэйчел диспелить все остальное. Плохо я подиспелила на самом деле. Неудачно. Да.
О, нет, это, наверное, ловушка. Мать такой, да мне посрать, я пойду заберу меч и все тут. Дурак. Как мне еще не забыть в правую комнату забежать? С этого момента мобы будут спавниться, по сути, бесконечно. Поэтому мы потихоньку начинаем двигаться отсюда куда подальше. На данный момент куда подальше это вправо за сундуком. Я вот думаю, какие шансы, если я туда ворвусь? Неплохие, плохие будут шансы. Не стоит так делать.私に命令を。行くぞ。戦いはまだ終わっていない。みんな、もっと頑張れ。行くぞ。行動は言葉より雄弁だ。 私に考えが命令を。みんな、もっと頑張れ。そうだ。まだ終わらないよ。戦いは私に考えが。私の動きを見切れるかな。 Сейчас я сделаю что-то нечто очень рискованное. Но есть высокий шанс, что это прокатит. Скорее всего, мышь пойдет бить Рэйчел. А вовсе не Ланфорда. Thank you.
Итак, ура, сундук. Кто-то здесь поскользнулся. На, 4 ключа, ради этого я так парилась, ну ладно. Ачивки на этом уровне нет. Поэтому если сейчас внезапно вылезет куча народу и Ланфорд погибнет там, где он пошел за сундуком, будет, конечно, неприятно, но ничего страшного. О, ну кажется, мы обойдемся без этого. Так, в первую очередь я сейчас аккуратненько подойду, потому что я ожидаю, что сейчас оттуда повылезет, мягко говоря. Так, ну этот товарищ пускай бежит. Мэтью встает на точку. Тут же спавнится какая-то дрень. И получает фракционный баф Бузеля, между прочим. Так, что дрянь умеет? Да-да, и когда он кого-то бьет, скорее всего, вам запретят хилиться. Ок. А это обычные мобы, у которых 21 тысяча хп. Ай. Ай. Вот реверс хила, это прям боль. На этом бою. Итак, Мэтью должен добить этого чувака, если я правильно понимаю то, что тут написано. Иксо!
Оп, получилось. Ну, очень на тонкой сопле, но кажется, пройдено. Светаночка. Прелесть какая. Как только они собирались совершить фатальную ошибку, выскочил рояль в кустах. Из кустов. И остановил их. Ну, это же был не настоящий алхазард. Она пошла за Бумберландиусом. Криповый мужик. Ой, какая она странная. Что у нее с руками?
Ой-ой. Ожидаются какие-то интересные спойлеры. Ну что, я не читала спойлеров на Reddit, но я знаю, что в 15-й главе будут такие массивные спойлеры. Так что увидимся в ней. Всем пока.